Всем моим зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Crazy Nails, ноготочки которой вы уже, кстати, несколько раз видели в моих видео. Этот френч мы делали, по-моему, больше месяца назад, это точно, по-моему, месяц и неделя. И, в общем-то, пришло время, конечно же, делать коррекцию, потому что уже и отслойки появились, и где-то угол скололся. Какая в этих ногтях проблема? Немножечко они у нас расклешены, то есть трапецы видные ногти, поэтому где-то чуть-чуть можно подзаузить боковую параллель, но минимально, чтобы у нас ногти не ломались с точки в роста, чтобы не было никаких потом проблем в виде анихолизиса, либо еще чего страшнее. Как вы видите, сейчас я работаю фрезой пламя. Это пузатое пламя, 0,23 диаметр. Вы знаете, что я в основном работаю к мизовским, но так как в крафт-пакете лежала только эта фреза, пришлось работать ей. В принципе, мне без разницы, но комфортнее все-таки к мизовским. Как такового птеригия здесь у клиентки нету, но здесь очень тонкая кожица, в синусах очень нежная кожа, поэтому нужно работать аккуратно, иначе их можно спокойно просто пропилить. Ну и, конечно же, срез с твизерами. Я только с ними работаю, хотя, в принципе, я могу работать и ножничками, и щипчиками, но все-таки любимый инструмент – это твизеры. Кстати, после твизеров и ножничек срез намного лучше выглядит, чем после щипчиков. Он как будто бы запечатан, запаян. Дальше беру каучуковую базу от Nick Nails и делаю выравнивание всех 10 пальчиков. Опять же, я говорила, что здесь трапециевидные ногти некоторые, и поэтому здесь выравнивание нужно делать минимальное, чтобы не создать еще большую трапецию на ногтях. Дальше беру популярный цвет, это номер 56, я уже про него вам говорила, даже показывала выкраски его. Это черный цвет с голографическим шиммером. Это хит в нашем магазине Crazy Nail Shop, его скупают очень быстро, тем более скоро Новый год, такие цвета всегда актуальны в это время. Ссылку на наш интернет-магазин я обязательно оставлю в описании под видео. Цвета у Nick Nails по 290 рублей, шикарная цена за хорошее качество. Дальше посмотрите белый, какой крутой от Nick Nails. Мы им рисуем френч сейчас, мы его наносим просто на весь ноготочек. Для наших мастеров студии это самый любимый белый. Хотя у нас и в продаже есть и Rock Nail белый плотный, и у Roxy, но вот сейчас самый любимый для нас это Nick Nails. Я никогда не делала на клиентах акварель черную, поэтому в этом видео я хочу это исправить и вообще попробовать, как это. Но прежде я возьму топку на Super Shine и перекрою эти пальчики, где у меня не будет никакого дизайна, чтобы к ним больше не возвращаться. Недавно в сторис нашего магазина я рассказывала про свои любимые топы, это как раз таки Uno Super Shine и Uno Luxe. Те пальчики, где у нас будет акварель, я перекрываю матовым топом вельветовым от Rock Nail. Офигенный топ, не затирается, носится до коррекции. Замечательная текстура, которая не пачкается, очень клевый.
Дальше я использую паутинку. Если честно, в последнее время меня прям приперло на нее, но вы, наверное, заметили. И на паутинку я креплю металлические элементы. Я их заказывала в карусельке с AliExpress. Там есть в виде треугольников, квадратиков, ромбиков и так далее. Я уверена, что у каждого такая должна быть каруселька. В общем, она у нас завалялась давно, и поэтому я решила ее использовать. Почему бы и нет? Дальше беру кисть для акварели. Это черная речка под номером 2. Акварельные краски Невская палитра. Дальше ставлю галочку и размываю водой, создавая красивый плавный лепесточек. Самое главное, что у нас воздушный должен получиться, не яркий. И так я делаю на каждом пальчике. У меня будут небольшие цветы, ну, чтобы не перегружать дизайн, потому что это уже будет смотреться тогда too much. И в конце я обязательно прохожусь просто черной акварелью посерединке цветка, чтобы он был более насыщенный у нас. Кстати, кто идет в Москве на Интершарм? Ну-ка быстро говорите, потому что я иду, и я буду 24 числа на Интершарме в 12:00 на стенде Ива Nails. Я буду просто с вами фоткаться, общаться, так же, как и вы, совершать покупки, потому что очень хочу многое купить, уже много заскринила, что мне нужно. В общем, пишите в комментариях, кто будет. После этого я закрепляю акварель просто матовым топом, также от Rock Nail. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант акварели. Это подходящий вариант к осени. Мне нравится, как сочетается акварель с этим металлическим элементом в виде квадрата. Ставьте этому видео палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!